Здорово! Привет, привет. Здорово, здорово, заходи. Привет, привет. Руку будешь мне жать? Через порог не здороваться. Я с приметами человек. Проходи. Привет, ребята, это влог. Влог, чему он посвящен? Чему гастроли? Гастроли в шоу импровизация. У нас впереди три города. Подольск. Сука. Королев и Зеленоград. Сегодня Подольск. Короче, давайте собираться. Эти гастроли достаточно средние, плохие. Мне не нравятся. Объясню почему. Обычно, когда гастроли, мы уезжаем, типа, ну, куда-то далеко, и там в гостиницах где-то ночуем и так далее. Эти гастроли дурацкие, потому что мы едем в Подольск, возвращаемся назад. Едем в Королев, возвращаемся назад. Едем в Зеленоград, возвращаемся назад. Это не прикольно. Прикольно приехать в город, посмотреть, что там переночевать. А так это так себе гастроли, короче, вы. Полный спектр эмоций вообще не ощутите абсолютно. Собираем сумочку, господа. Нормальные джинсы. Хорошие, мужчина, заходите, переодевайтесь. Я вам картонку постелил. Хорошие, турецкие, берите, берите. Хорошие. И у нас, извините, есть дресс-код на концерты. Мы все должны быть в черном. Потому что мы в импровизации играем очень разные роли. То есть там из серии я могу быть королем, я могу быть девушкой, я могу быть собакой, ну кем угодно. Вот, и одежда должна быть максимально нейтральна. Если бы моя воля, конечно, я бы выступал в красных хаки-штанах и в майке Пепси-Кола. Держи, положишь в сумочку. А, не знаю, взять ли томик Чехова, пока непонятно, будет ли возможность почитать. Ну, наверное, нет, пожалуй. В Инстаграм позалипал. Нужны кроссовки, не за кроссовками. Та-дам! Вот, собственно, и все. Чё? Вот этого парня я бы взял с собой. Да? Ты бы поехал? Люк, это влог. Поздоровайся. Ну ладно, ну что ты, ну. Скажи, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый видос. Подписывайтесь на канал Improv Russia. Оставляйте комментарии, скажи. Приехали. Смотрите, сейчас надо принять решение, потому что они говорят, им пофиг. Видите вот это вот у меня? Не знаю, щетина, как угодно называйте, бородка. Пишите в комментариях, оставлять мне ее или сбрить. А с чем обусловлена тапочка? Слушай, ну сейчас влажная погода, и обувь, ну, такая уличная, не очень чистая, а надевать обувь сценическую рано. Хожу в тапочку, чтобы ножка дышала. К тому же, это не тапочки, вы так тоже знаете. Вы это говорите легкомысленно. Это, между прочим, туфли комнатные, гостиничные. Я никому не скажу, только тебе. Я забыл форму. Ты забыл форму? Ты что, дурак? Я положил, я обувался, и у меня был пакетик с собой, и я... Блин. А есть здесь торговый комплекс? Я видел где-то. Полшестого. Ну, еще полтора часа же. Я быстро, мне же не трусики покупать, это долго. Серёжа, это на меня абсолютно не похоже. Это вообще не ты. Я ответственный. Да. В конце концов, ты вовремя приехал, это действительно на тебя не похоже. Я не такой! Машу Серёжа, сама держу в руках форму людей, которые ее не забыли. Ну, надеюсь, что он купит то, что ему понравится. Серёжа будет выступать в твоих кожаных штанах. Они же черные. Бабка! Ребята, я... Наша бабка! Знаете что? Наша Вот они бабка хихикают, опять а у меня... все проебала! У меня не укладывается бабка. Просто в голове. Ну мне что теперь писать? Не только про паспорт вам напоминать, а писать не забудьте, пожалуйста, одежду, в а которой вы так, будете пока мы выступать. Начнем, у Стаса есть майка какая-то, но он толстый. И у Шаста есть, но он длинный. Серег, ну заедь, посмотри. Куда заехать? Обратно? Ну? Не, мы сейчас к тебе приедем в торговый центр. Нет. Подвезем вещи. Я почти в Москве. Ладно, давай. Если что-то есть. Я тоже могу забыть когда-нибудь одежду, но пока что не забывал. А он-то уже не первый раз что-то забывает. Три паспорта потерял, или сколько там у него? Один. Я только что покрыл этот зал бархатом. Бархатом своего голоса. Ну, здравствуй, Продольск. Где я ошибся? Я
обожаю шутить тупо. Почему это не вырезают? Вот, давай теперь то же самое, только чуть быстрее. То есть я разговариваю. Привет, классная камера. Только что это у тебя здесь? Чуть быстрее, угу. Красиво, красиво, Сергей. Привет, блин, красиво. Хорошая одежда. Я купил штаны с начесом. Да, да. Включайте, когда я попрошу. Они, меня, они толще, чем эта херня. Я так людей достаточно хорошо вижу. У меня сегодня будет жопа мокрая. Еще раз, они давайте. С флисом. Номер два. На них можно на сноуборде кататься. Два. Да. Я замру, блядь. А как ты задал вопрос, у вас есть что-то новое, что-то старое, что-то блин, взятое взаймы, блядь? Да не, он отрезал, они были с подкладкой, он убрал подкладку. Ты позабавил нас знать. Я просто, я их померил и охуел от того, как в них тепло. Зафиксируйте, пожалуйста, на соблюдение райдера. Я внесла уже вам за сцену энергетики поставила. Шугафри. Не нашли просто. Есть кола в шугафри. А вот и не нашли. А кого ебет, блять? И я купил женские башмачки. Она мне не хотела их продавать. Они говорят, они женские. Я говорю, да и что? Ну как что? Вы потом будете говорить, что я вас не предупредила. Я говорю, вы меня предупредили. Они с блестяшками. Сереж, может быть, ты мне их потом подаришь? 39 размер, ты ел. Да уж, ножище, конечно. Ну, во-первых, это не оса, это пчела. Сереж, потому что... А вообще, это ощущение, что бздык. Оса худая, длинная, она жалит. А бздык, он выглядит как пчела, у него чуть-чуть другой окрас, и он не жалит. Что такое бздык? Ответы Mail.ru. Это процесс поступления некого импульса из мочевой емкости человека в мозг. Лучший ответ Александр Полупаненко. Блять, меня все время детство обманывали. Да, бздык. А хуй там кот с двумя ногами делает? Да верти, где Сергей? Блядь, Серег, ты это, порнуху бы с удовольствием бы снимал, наверное. Слишком много меняй, может быть, оставите? Арсений боится, что в каждом городе его отравят. Он думает, что он королева, блядь, Елизавета. А вот дождешься меня отравят. На самом деле, я всегда первый пробую, чтобы умер самый ненужный в коллективе первый. Будь что будет, играем. Это же что? Импровизация! И мы за это деньги будем с людей брать? Так, сегодня концерт в Королеве, и мы решили поехать из моего дома на моей машине. Сейчас приедет ШАЗ. Я был не дома, я заскочу сейчас на 20 минут собрать вещи и помчать. Но есть важное правило. Если Савина не успела спрятаться, то мы будем сейчас снимать 20-минутную истерику. Поэтому я предупреждаю заранее, что я приду. Она прячется, а я делаю вид, что типа сюрприз. Пойдемте. Савина! Честно говоря, уже так всем бегу. Савин! Где же Савина? Это Савина? А кто это? Кто? Это ты? Вот так и 20 минут обнимаю детей, потом еду дальше, потом приезжаю, они спят, да, малыш? Я сейчас на концерт поеду. Угадай, кто попался. Рэп. А ты бы кого хотела? Хрюшку. Та-дам! А что ты грязная, что ты делаешь?
Ну ты уже кушала. Вот. А что ты нарисовала? Это чайник. Такой огромный. Это кто? Монстр. Это ты нарисовала монстра? Да. Это кто? Это коробок и лисичка. А где мама? Вот. Это мама? Ты типа в прикол нарисовала? Да. Только танец попой не показывай, Кирилл. Это контемпорари, Диман. Угу. Не буду задерживаться. Все, поцелуйчик, я помчал. Здорово. Здорово. Шляпа, погода. Да я думал, мы выйдем. Правило кепки. Если на Оксане кепка, то никто не шутит после шутки. Это интересная хуйня. Почему? Потому что это наш внутричок. Ну! Не всеми дочками надо делиться. Например, то, что мы целуемся перед... Здрасте. Шастун Владимирович. Здрасте. Придумал полфразы для стендапа. Знаете, вот многие сейчас занимаются стендапом, многие становятся комиками. И я тут подумал, что парни идут в стендап для того, чтобы завоевать девчонок. А девчонки идут в стендап, чтобы отомстить парням. А еще в стендапе можно говорить вот такой интонацией, и тогда шутки будут работать сильнее. Они стебут нас, мы стебем их. Что? 231, 232, 233, 234, 234. Я скоро тоже научусь. Люди, которые смотрят видео, это Королёв. Гримерка ДК у Терешковой. Терешковой. Улица Терешковой. Вот, это наша закладка. Если полезет огромное количество муравьев, то имейте в виду, что мы к этому причастны. Сорян. А вдруг человек как бы поест, а ему захочется пить. Она же ему не подсказывает. Если уж человек поел, он захочет переобуться. Все, это все. Лех, спасибо тебе. Ищите. В конце, когда Стас будет просить поднимать фонарики, на последнем «меняй» будут много солнышек, подсвеченные фонариками. Вы знаете, что это потом все будет на полу? Мы это соберем. Да, мы это потом соберем. Не волнуйтесь. Хорошо. Ребята, большие молодцы, спасибо вам большое. Ну, меня подсадил на эту дочку, просто шоу отличное. Вживую намного лучше, говорю, просто супер, отлично. Заряженное, настроение хорошее, очень смешно. Первый раз на этом шоу, но мне очень понравилось. Смеялись до слез. Нам очень понравилось, мы просто довольны. Всегда смотрим по телевизору, да. И никогда не думала, что он настолько шестун большой, он просто огромный. И мне кажется, это очень сложно. Я даже не смогла ни одну тему придумать. Саня благодаря этому впервые на сцену вышел, микрофон в руки взял. Мечта сбылась. Хотим еще. Спасибо тебе большое. Так, я Бегемот. Спасибо.
Да будет же сделано за юмор. Мы же в вашем юморе. Golden arrow. Ты все? Можем ехать? Приехал? Все, погнали. Ребята, в дороге будет весело. Серег, заплатишь? Вообще, это комната моей мечты. Смотрите, сколько тут зеркал. Раз, два, три, четыре. А вы успели посчитать, сколько зеркал? Напишите в комментариях. Все, с собой взяли, что нужно. Будет энергично. Зеленоград, Центральная площадь 1. 50 минут. Или 55. Поехали 55. Радио, которое не блокирует YouTube. Сейчас я включу. Есть такое радио? Специальное радио, да. С каверами. Mm-hmm. И Instagram не блокирует. И YouTube вряд ли заблокирует. Вот так я езжу. Ну, громковато, да? Ну, да. Короче, мы едем в Зеленоград. Почему-то, ну, в моем представлении, это просто вот... немножко чуть дальше, чем центр Москвы. Кирилл, высунь голову. Ладно, это моя штука. Смотрите, у нас... Вот он уехал. Освободил тебе местечко. Собаку пристегните на заднем сиденье, ее там болтает. Когда он один едет, кайф, но все остальные сидят рядом вот такие. Что бы вы хотели, чтобы оказалось в ближайшем выпуске имбровлога? Чтобы... о чем рассказать. Все, ребят, мы приехали. Спасибо, что были с нами. Кто успеет, кто может приехать, приезжайте в 18.00 в Зеленограде концерт. Давай, сосаться уже. Ой, ладно. Запрещено, запрещено. Здорово, Антон. Приятного тебе аппетита. Спасибо, Стас. В хорошем упитанном теле, хороший упитанный юмор. Абсолютно верно. Затюкать наших организаторов за то, что единственное, что мне нужно, это кофе, и его никогда нет. И у меня кофе нет. Стоим, ждем. Могу я обойтись без шоколадки? Могу. Могу я обойтись без вот этого устройства? Могу. Но почему-то единственное, что нам нужно... Кстати, я сейчас это говорю не сколько вам, сколько Оксане, потому что она наш администратор. Чик-чик-бэнг. Горжусь тобой. Все, ты оделся, тепло? Кайф. Парусинь, ну красиво. Ребята, у нас есть... 15 минут, но не до начала концерта, а до начала подготовки. Знаете, переодевание, там, гладить вещи, там, что-то обсуждать, готовиться. За 15 минут можно весь город посмотреть, особенно если это Зеленоград. Пойдемте. Ну, во-первых, воздух, ребят. Вы понимаете, чем дальше от Москвы, тем свежее. Чувствуете? Так нельзя говорить, но если сравнивать Подольск, Королев и Зеленоград, то очевидно, что Зеленоград... Есть ощущение, что прям чисто? Кстати, ребята, вы же понимаете, что я иду не в своей одежде? Куртка не моя. Напишите в комментариях, как вам кажется, в чьей я куртке. Но здесь можно посмотреть на красоту нашей осени. Это похоже на кровати в отрезвителе. Смотри. У всех разная степень опьянения. Ой, мы до реки дойдем. Это же река. А вы, кстати, заметили, что мы идем уже, наверное, полчаса? И никто, ни один человек не узнал меня. Хотя вроде даже с камерой иду и с надписью «Импровизация». Река называется Сходня. Мы должны поклясться, что обратно мы побежим. Сейчас я уверен, что мы чуть-чуть привлечем внимание, а обратно прям побежим. Музыкальная просьба. Арт, да не надо этого делать. В этом влоге наложите песню Трэвис Скотт «Highest in the Room». В натуре, блядь. Ты со мной? Бежим? That you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. И я говорю, мы переходим к следующей... И... Нет, рано. Мы переходим к... Рано. Мы переходим к следующей импровизации.
Ребята! Я всегда выбегаю чуть раньше, чем меня объявляют. Смотрите, как это происходит. Реакция зеленоградцев мне понравилась. Тупые предложения. Немного туговатый у нас городок. Самое интересное, что да, действительно нет никакого сценария. Это было очень весело. Мы очень рады, что они приехали в Зеленоград. Будем их с нетерпением еще ждать. Алеша, ну мама, это я серьезно. Было очень прикольно, спасибо. Подписано на все, что можно, и на пиратское тоже. Очень-очень довольна. В телевизоре непонятно, наиграно это или нет. Здесь все понятно, потому что это не наиграно. И все по-настоящему. Так, нам кое-что подарили. Идите сюда, покажу. Вот так. Так, открытка секретная. Меня предупредили, чтобы ее не снимали и не выкладывали. А... Прикиньте. Торт очень вкусный, но у меня рот синий теперь. Не знаю. That's what I'm gonna do. Подмосковье прекрасно, вот честно. И у нас бы все гастроли были по Подмосковью, было бы великолепно. Просто чик и через 20 минут дома. Ребят, ну и самое главное, нас интересует, интересно ли вам узнавать что-то новое о наших гастролях. Если да, то пишите в комментариях. А мы с вами увидимся, видимо, на следующих гастролях. Да.